Здравствуй, зритель! Мне наконец-то доставили вот это мыло. Вот, мыло-то его. Вообще, человек, который доставил, сидит рядом, но мы его не покажем. В общем, мыло Senses Avon. Очищение и свежесть. Романтический райский сад. Я помню этот гель для душа, я такой покупала когда-то. С ароматом экзотических фруктов и пиона, туалетное мыло для лица, рук и тела. 75 грамм. В общем, мне говорят, что он офигенно как пахнет. И человек во флудилке тоже требовал мое мнение. Привет, человек во флудилке. Ой, блин. Я его скрыла. Слушайте, прикольно пахнет. Вот такое вот мыло. Удобно держать в руке. Можно кого-нибудь долбануть. Не знаю, как оно будет давать пену, как оно будет у меня мылиться, но вот... В принципе, нежный, тонкий аромат есть. Я вообще боялась, думала, что оно будет дико вонять. И уже думала, надо мне его или не надо. Сначала хотела заказать все три, потому что была акция. 30 рублей кусок мыла. Три штуки за 90 рублей. Или одно за 50. Но у меня вышло один за 30, потому что еще человек купил два других мыла. В общем, я думаю себе заказать потом еще мыло. В принципе, 30 рублей за кусок за 75 грамм. Ну, благодаря Лёльке из Тюмени, которая меня несколько раз засылала мыло, помимо прочего, в подарках, в своих посылках. Я давно уже мыло не покупала и вообще без понятия, сколько мыло стоит. Но, в принципе, по-моему, нормально. Вообще есть. 30 рублей за кусок – это нормально? Мне кивают, что да. В общем, вот такой мыльный маленький обзор Эйвона. Давно у меня Эйвона в обзорах не было. Всем спасибо, кто осилил. Всем пока.